Всем привет, всем привет! С вами Шмагман Каталюша. Мы сегодня поиграем в игру под названием Irony Curtain from Матрешка with Love. Тут это как бы типа шутка и все такое. И тут видите, Iron Curtain это типа как бы не железный занавес, а ироничный занавес. И это из Матрешки с любовью. Ну, Матрешка, вы сами понимаете, что это такое, да? А идея это то, что вы делаете, а идеология то, что имеет вас. Как-то так. У меня с английским очень все плохо, поэтому просто посмотрим на игру. Она, в принципе, у нее положительные отзывы, и она в Steam недавно вышла. Поэтому посмотрим, как, чего и как, что здесь. Должно быть очень смешно, но, скорее всего, множество шуток мы не поймем. Точнее, я не пойму, потому что с английским, ну, как бы печаль, беда и все такое. И типа, ну, камон. Я так понял, это... Я так понял, это американский разведчик, который бежит из Советского Союза. А может и нет, не знаю. Да. Что-то типа того. Матрешка. Ага. Да, и наш... наш главный герой. Так. Игра в стиле... Кто играл, это про этих... Про верталь... Господи, про пель... Стоп! Остановите, остановите поезд! Все поменялось, остановитесь! О нет, они не услышат меня. Они умрут из-за меня. Так, ага, мы уже начинаем играть, правильно? Телефон, телефоняна. Это типа хинт. That's a well-known. That's a well-known Matryoshkin manufacturer of telecommunication devices. Так, ага. Dialing a number is very easy. I've done this many times before. Набирать номер очень просто. Очень просто. Типа, подожди, а почему 625? Это Это хелплайн у нас. Так, а я могу повернуть 6? 6 2 5. Так. Сеньор политический офицер Бредни. Что случилось? Хороший день, чё? Я не слышу тебя твоего налево. Как будто тренер, как будто поезд приходит. Громче, громче. I'm at the train station and my train's leaving. Do you know how I can Как остановить, stop it? Как остановить поезд? Есть. Ага. Can use it to contact the train's crew. Thank you. I can take it from here. Значит, Thanks for now, officer. Goodbye. Пакета. Значит, здесь есть. Значит, мне нужно найти. Я могу, не могу, да? У меня есть бритва и есть какой-то. Ага. Так, давай уходим отсюда. А, подожди, а как отсюда? А как отсюда? А, все. Так, боксес, давай проверим. Так, что тут? Keyhole the dark. What could the combination be? Комбинация какая-то тут есть. 120.00, Leave the padlock alone. Тут можно, короче, типа, подобрать, наверное. Да? Для... А, и for emergency, тогда давай попробуем 625, попробуем. 625. Turns out the number to the ideological support center is not. Ага, не, неправильно. А, 3.0? No. А, 6.3? 1.2.3? Я понял. Так. А, подожди, давай еще тут проверим что-нибудь. Так, тут, короче, всякая хрень. А подожди, а я могу? А подожди, бритвы разорвать. Не могу, роуп? Да, могу. Забрал какой-то ключ. А, ключ для телефона. Фото какое-то. Миссис Тэши с ребенком.
Надеюсь, она что-то там. Так. Did you lose your key? Pay for the replacement. Водитель, если ты... Вот сюда? Нет, это для... А, это для Коэна. А, вот сюда. В смысле? Не подошло? Почему? А, это для чего-то другого. Ага, так, для чего-то другого. Сюда? Понял, так, тогда уходим отсюда. Так. Телефон, ключ с телефоном, да? Так, монетка. Так, монетка. Монетка. А, монетку мы идем туда, да, уходим. Как уйти? Вот так уйти, вот сюда идем. Так, и сюда монетку вставляем. Ага. Давай монетку сюда вставляем. Так, и забираем ключ. Ключару сюда вставляем бы. Ио. Ваня, ты дебил и тупица, но ты знаешь, я тебя люблю. Так что, если ты забыл комбинацию опять, позвони мне, М, 420. Видимо, 420. Это неправильная комбинация, надо 420 позвонить. Ага, хорошо, так. Come back later, конечно, да. Да-да-да, вернемся попозже. А, если... The leader's words can show you how to Hello, live sir, correctly. I, hey, I'm talking, huh? Lost, there's no need to be crying. Hello, hey, Press I'm talking, huh? If you want to see some magic, the Titanic, even also. Though life isn't Iron like curtain writing, left. Я понял, не, давай туда. А, подожди, я хожу по мышке или мне клава нужна? Так, давай позвоним на 420, там найдется эта тёлочка, наверное. Нам нужно будет что-нибудь объяснить. Two. Zero. Надо что-нибудь тебе будет что-нибудь рассказать, наверное. Hello. Привет, Тики. Ой, Ваня. It's me, Ваня. А, это ты. Я не узнал тебя, твой... по-разному звучит. Опять нажрался таблеток? Я нет. Слушайте, это очень... Мама. Ты меня только что назвал мамой? Ты что, нажрался? Не-не-не, я не пил сегодня, пока. Какие-то пиклсы ты жрал. Окей, хорошо, хорошо, но сейчас мне нужно... Комбинация для... Это мой день рождения. А я шучу, это не сработает, Ваня, я... Три семерки, ты запомнил это? Три семерки. Не понял, а что такое пиклс? Пиклс это же какая-то еда, типа? Ну это скорее всего, типа... Ваня. Я позвоню тебе позже, пока. Пиклс это типа... Пиклс это же типа блины, нет? Или что-то типа того? Или что такое пиклс? Блин. А, ну вот, так. Три семерки, короче, давай. Верная комбинация. Три семерки. Это сработало. Shortwave radio, так. Так. А, это я читал, да. Так. Теперь мне надо как-то позвонить, да? Или нет? А, стоп, подожди. Да выйди ты отсюда, я понял. Так. Мне нужно как-то... Мне нужно с радио позвонить. Как это сделать? Да ёптель! I hope it's not too late and I can still stop the train. I can still... I hope it's not too late and I can still stop the train. Подожди, телефон. Вот не сюда ли ее нужно? Нет, не сюда. А, вот так можно сделать? Можно, так. И чё? Не, подожди. Wow, nothing happened. Hope dies last. If I was getting paid for bad ideas, I'd have a big check. Dialing a number? I've done this. Stick your foot and turn. Подожди, я что-то не понял. Army issued. I saw the soldiers using these while I was driving through the army base. Я видел, как солдаты это Hello? Делают. Hello, can anyone hear me? Yes, comrade minister. Так, комрад министр. Stop the train immediately. Поезд немедленно. Но комрад. The situation ситуация поменялась. Just a few days ago,
I wouldn't have dreamt I'd be in a situation like this. Два дня назад я бы и не мог подумать, что окажусь в такой ситуации. Глава 1. Звонок. 1 день назад в Штатах. Я был обычный журналист, простой. Международная конференция по поводу коммунизма. Так, вот он журналист, мы тут журналистики. Телефон, так. Так. Need some help, call me mom. Так, please watch what you say. Ага, так. There's always plenty of time. Так, это что-то The lady in reception said I should speak to the set manager before going on stage. Прежде чем мне выступать здесь, мне нужно поговорить с каким-то менеджером. Так, а где менеджер? А вот сет-менеджер. Побазарим, давай. Он очень какой-то зловещий менеджер. Чё? Good day, sir. Sorry, there's no Добрый день, но там прямой эфир, и... While I appreciate your diligence, I am я один из выступающих. Tardy, извините, я запоздал, и поэтому моя речь очень важна. Не успеваю. Вы мистер запоздалый? Я посмотрю вашу фамилию. Не-не-не-не-не, я запоздал, но я не мистер запоздал, я Ковальский. И Эван Ковальский, и я запоздал. Извиняюсь, но мистер Ковальский и запоздалого нету в списке. Моя речь очень важна на конференцию. Что значит меня нету? Я должен быть? От вас я получал от вас приглашение, как это нету? А я получал приглашение, подожди. Есть? Да, у меня есть приглашение, да. Это... Извини меня, я не проинформирую, что что-то изменяется. Please proceed to the stage. Thank you. Oh, and don't worry, while you're walking across the stage, our producer will definitely be playing commercials. Короче, сейчас они сделают там остановку, там прямой эфир они сделают, типа, и это самое, но... А я не могу же проходить, или могу? Или не могу, не знаю. Ой, а зачем я сюда... Мне нельзя было же сюда идти, типа. Please stop interrupting. This is live. Да-да-да, он же сказал, что мне, типа, не не стоит сюда заходить, потому что у них, типа, ну, прямой эфир, а я, типа, попёрся, как бы, как... Там... Подожди. Здорово, здорово, мам. Эван. О, Эван. Я только смотрю твою... Спасибо, мам. Что там такое? Ask about... спросить про твою презентацию. Mom, the stress is getting to me, and я забыл. Я очень нервничаю, я все забыл. Мы же обговаривали это очень много раз. Ты должен показать слайды матрешки. И показать слайды и показать слайды, поставить музыку и. Я только что осознал, что. Я знаю, медок. У меня есть решение этой проблемы. Спроси у кого-нибудь, если они пригласили, они должны знать, что тебе нужно. А, хорошо. Ты это сделаешь. А, хорошо. Неважно. Я перезвоню попозже. Так, подожди. Поговорить. Что делаешь? Понял. Так, подожди. Я могу уйти? А, это не время уходить. Подожди, а с кем я могу поговорить? Не. Ну, я понял тебя. Так, подожди. Граммофон. Про инфо. Инфо. Кофе-брейк в 10:30. Так, кофе-брейк в 10:30. То есть мне до 10:30 надо узнать. А сколько сейчас времени?
There's always plenty of time. There's always plenty. Непонятно, короче, пока сколько. Да, проектор. Sir, we're broadcasting live. Please sit down. Ага, пока, короче, нельзя, да? Suitcase. Так, подожди, а что мне надо сделать-то тогда? Граммофон, инфо, switch, screen. А куда я могу? А подожди, а вот я могу сесть туда? Или не могу? Good morning. Здорово! Мое имя Шон Редкик, и представляю себе новый социализм. As the enemies of freedom undo what our fathers fought for, we're not gonna watch men die face down in the muck in this bloody war on the peninsula so that the red invasion can secretly pour into our country. Communist evil. Коммунисты зло. Communist evil. Коммунисты evil. It's like a Santa Claus, или коммунистическое зло не существует. It doesn't really exist. Thanks. Communist evil doesn't really exist. Because it... Wait, what? Че? I mean, of course it exists. Я существует. А я хотел это сказать. It exists up the wazoo. As we all know, enemy intelligence agents have infiltrated our country. They could even be here right now in our midst. Like, for example, right there. Or over there. Maybe you're one. Or your lovely wife there. Yeah. She could definitely be one. She's got that commie look, all right. Or you. You. Or you. Yes, you are a communist spy. A sleeper agent working in the shadows. And such agents, Agent, They are called love. Yes. These sleeper agents are called love and sin. And since love can't exist without sin, well, I mean, we're getting into some philosophical territory here, but no, that's not what I wanted to say at all. I urge you all to stay vigilant, and even the smallest symptom, the barest hint of communist activity, should be reported to the authorities immediately. In closing, I would like to... Так, чего? You wanted to thank me. In closing, I would like to thank my prompter, who tried so hard to ruin my presentation. As I've just been informed by our producer, instead of our planned break, we will have an unplanned guest. It just so happens I have already had the displeasure of being smeared in his rag of a newspaper. I'm sure you'll all love him. Ladies and gentlemen, Evan Kowalski. This is going to be interesting. Так, это будет все очень интересно, но для того, чтобы сделать, мне нужно что? Мне нужно здесь просмотреться все, правильно? Граммофон. Take. I hope nobody saw that. A place to put a record with a recording on it. Matryoshka will become a democracy before that works. Блин, подожди. Не понимаю пока. I need to put the slide holder in here. I'll get a Pulitzer for my article and raising ladybugs before that. Nothing happened. Подожди. There's no point in combining these items. I need to show them all five slides. Ну, а я не могу? I need to show them all. А где мне найти 5 слайдов? Подожди. А, вот, открывамбу. Слайды. Так, граммофон рекорд. Две штучки. И спич фолдер. Так, папка с голосовухой. Так, слайд холдер. Да, стопандерский. Слайды мы запихиваем сюда. А мне нужно выбрать, сколько слайдов? Подожди. Вот так вот, да? Так.
The Sandwich March record here. Это что такое? Damn, my whole speech is out of order. А, все перепуталось, типа, да? Это мне нужно на слайды, типа, нафигачить. Understand between nation and bring world play, peace. А, это мне нужно все... Economic Rains, content of the world by Kowalsk. Так. Oh no, the end is coming. Так. Only the leader of Матрешка can save us. Лидер спасет нас. Так, подождите, это я пока я не понимаю, что надо сделать. Я могу поменять или нет? Или как? А как поменять-то? А, вот так, типа, поменять. Так. А, подожди. Так, да, я все понял. Да, вот так. Значит, да. Сейчас. Так, да. Yeah, I did it. And my teacher said I had cognitive issues. Так, мы это сделали. Так, теперь мы сюда запихиваем слайды. Подожди. Теперь мы... Я могу уже запихнуть или нет? Сейчас, подожди, дай посмотреть-то. Я не знаю, просто The Family... Не знаю, правильно я сделал или нет. Так. Empty frame. Так, давай-ка... Speech. Так, нет, сюда слайды. Эй! Empty frame. Сейчас, подожди, а почему empty frame? Так, граммофон, так. First, I need to show the slides and play the glorious Matryoshkin national anthem. Так, а как, почему мне слайды я не могу показать, подожди. А, вон там можно показать их пилс. Надо повыше немножко поднять, да? На одну штучку. Dang, something wrong. Something wrong. Так, погнали. Во, так. Мне нужно выключить свет, да, или нет? Или, да, или достаточно? Или недостаточно? А как погасить свет? Алло. Ха-ха-ха. Dang, there's something wrong with the screen. Что-то не так с этим... Так, инфо мы читали, по-моему, с вами, да? Information. Так, подожди. First, так, мне вначале нужно... Граммофон-то тот или нет? Подожди. А что такое... ну хватит. Мне до сих пор нужно показать... Empty frame. А где мне достать фрейм? Empty frame. Так, подожди. А где достать фрейм? And? How do you like the
subject of my speech. Eric, you know full well I don't share your... I worked on it all weekend. All weekend. A man like you could learn a lot from it. I don't think you should. Fine, Evan. Be that way. I can see we aren't going to get anywhere. Listen, Eric, let me school you on how sweet, sweet communism works. In fact, I'll give you a subscription to my great paper free of charge just to open your eyes. You know, unlike your precious Matryoshka, we don't have a toilet paper shortage in the States, so I won't have any use for your paper. You should read it more often. I write about you in it a lot. Too bad none of it is true. So you didn't have anything to do with thousands of retirees losing their life savings when you closed that bank? Screw you! Grab a soda! I don't give a crap about your newspaper or your retirees. I'll gladly use that quote for the next issue. Не знаю. What about you? How do you even look at yourself in the mirror every morning? Так смотришь. A man with your wealth and connections could do a lot of good for society. You mean the ideological... It's a pint. Open your eyes! Короче, я не понимаю, о чем они говорят, поэтому я ничего не понимаю. Let it go, or... Я не понимаю, о чем они говорят, поэтому... Oh, no one... I heard you... Ferrets! Not... Don't kid yourself, Evan. You're... Look, but you... You know what? How many... No, I have it on... Ha! Besides... I... This isn't over. I'm not sure if we've already... You don't look like someone I'd normally see in my social circles. Oh! So you're from circles. Значит, вы из круга? Is it nice there? Там right. Отлично. Да. I'm gonna assume you're from the plebs. I'm from the working class of the cities and farms. Я рабочий класс этого города. To be exact. A commoner, then. My time is expensive, and you are wasting it. I will give you 1,000 collars to return to whatever hole you've crawled out of. You can't buy me, sir. Вы не можете меня купить. My ideas have no worth. I mean, they're... Priceless. That's what I mean. Короче, да, тяжело. Уже началось тяжело. Вначале было еще как бы сносно, а теперь тяжело читать, потому что я мало чего понимаю. Ну ладно. Money isn't everything, you know? What? Now he makes jokes. Ты, наверное, шутишь. What did I say that was so funny? Что я сказал такого смешного? Деньги — это все. Деньги могут делать все, что угодно. Threatening me right now, would you? Not directly. Comic garbage like yourself is worthless. Hey, you just offered me 5,000 collars. You should have taken it and returned to your slums or wherever it is you nest. Boy, you're a real dick. Чувак, ты реальный член. And I think that if так, ладно, короче. А все, я с ним попадаю. Подожди, мне нужен скрин. Как сделать скрин? Так, нет. For a second, I thought that would work. А, подожди. А может быть в моем этом сью-сюте? The inside of my suitcase. Тут the ничего нет. Так, спич мы нас... Блин, как настроить экран, а? Может еще повыше, нет? Не, надо пониже. Ну, а мне вот этот какой-то белый... А, подожди, вон, может быть, эту... Может быть, вот эту хрень, не? Типа, выбрать. Или выбрать... Блин, или как-то свет сделать. Пойдем посмотрим. There's always plenty of time. The вон, light. The program I'm on is being broadcast live. I've heard the camera adds 10 pounds. I hope I don't look too imposing. The program I'm on is being broadcast live. I've heard the camera adds 10 pounds. I hope I don't look too imposing. There's always. Так, подожди. Hurry up. People are waiting for the speech to begin. Торопись. You know, I am prepared to give a slide presentation, and at the risk of you calling me
Mr. Prepared. I couldn't help but notice that there's no canvas on the projector screen. Mr. Kowalski, please understand. So we didn't receive any instructions regarding your needs. Fortunately, we are professionals, so I have some canvas right here. There will be a break soon, and someone will install it. No. No need for a break. I'll put it up myself in no time. The working class of the cities and farms isn't afraid of a little hard work. As you wish. Here you go. The projector canvas. Uh-huh. I apologize for my ignorance, but I received the invitation only an hour ago. That's strange. I wrote my speech in the taxi on the way over. Я написал в такси мою речь, поэтому... Is this being broadcast to the entire world? Well, на весь мир? Curious. You know, that joke wasn't all that funny the first time. We have the largest coverage in the world. Do you think they're watching us in Matryoshka? I doubt the authorities there allow their people to watch Western television. Or any, for that matter. What are you talking about? You should get back to the stage. Я понял. Так, все, okay, и мы... I'm going back to the stage. Мы добились, значит, этой темы, поэтому... А где оно? Empty frame. Подожди. Он же мне дал. А. The screen's too high up. I can't... А, все, понял. Так. I already did that. I already did that. А, я уже это сделал? Типа, я молодец? Я неправильно сделал, да? Where did I put my notes? Good morning, comrades. Those in the studio, and those watching at home. If you're thinking, where have I seen this dapper gentleman before? Then perhaps you were in Booniesville several days ago, at the Hasp Manufacturers Conference, where I spoke about the responsibility of the working class in building a single class society. A little about me. My name is Evan Kowalski, and I am the editor in chief of the Daily Worker Monthly. By the way, I highly recommend buying a subscription. I have come here today. Communism is хорошо. Good. По факту, коммунизм даже лучше. Is the best. There is no room in our country for communism. Shut your commie mouth, Evan. Заткни свой коммунистический рот. There's no need to get angry. Не нужно злиться, джентльмены. Poor people shouldn't have more money? Do you hate the poor? Are you against the idea that every human being is equally important and I won't be part of this farce? And there! Я не буду частью этого фарса. He runs away using his costly running shoes. Do the poor not deserve to run? I wonder if one of my other colleagues will engage me in a debate. I'm interested to see and how every citizen should not have this. Enough! Достаточно. See? А, видите? That's what I thought. No one's brave enough for such a challenging discussion. Okay. Нету храбрости для дискуссии. The powerful beacon that is beautiful Matryoshka. Located just behind the Iron Curtain between the Capitalist Union and the Socialist Alliance. Boo! Get off the stage! Matryoshka serves as a shining... Get off the stage! All glory and... Boo! Get out of here! I'm picking... everything! Короче, его речь не зашла про то, что коммунизм это хорошо, и матрешка тоже хорошо. Эй, что за телочка такая? Уточка! Glory to Matryoshka, comrade leader. Майор Орлова? А как вы? More fruitful than ever. Please turn on the слишком фруктовое, чем могло comrade быть. Leader. What the hell? Чё за чертовщина? Comrade leader. Comrade leader, это типа наш лидер или как? Bring him to me at once. Вы нашли что-то интересное? Приведите comrade его ко мне. Leader. Конечно, наш лидер. Матрёшка. Поза. Ну короче за как это называют? Короче, вы поняли. 50 минут, 59 минут спустя.
in the leader's heart. In conclusion to this undoubtedly illuminating that one day towards a Оцените программу! Спасибо вам, камрад, за ваше внимание и желаю вам хорошего денька. Я могу только уйти? Че сразу буту, алё? Все получилось отлично или нет? This is an hours now then and never will Короче, нам были не рады. Так, майор Орлова. Отличная презентация. Матрешкин везёт. Как и я. Мы польщены твоей работой. О, спасибо, мисс. Я Анна. Иглов. Кто-нибудь свяжется с тобой, когда ты вернешь домой. Это поможет связаться со мной. Чего? Так. Ребят, на этом закончим серию по данной игре. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шэм Мэг, вы были на канале у Шэм Мэг. Топим за коммунизм. Все так. Всем счастливо, всем пока.